Эх, летим. О, круто. Самое интересное, что тут почему-то никого нет. Раскройте секреты храма Уаджет. Как туда получить? Так, скоробей. Это не скоробей. Наглая зеленая мертвая рожа. Откройте главную дверь. Так, загадки, загадки, еще раз загадки. Это мне очень нравится. Давай, давай стрелять. Так, если я вот сюда встану, что будет? Надо, где чуваки найти надо еще. Я не понимаю, что происходит, когда я наступаю сюда. О, наверное, надо. Так, сейчас, подожди, давай я вот сюда встану, ага. Ну, там и какие-то эти штуки просветить. А, это ловушка, да? Да, это ловушка. И там ловушка. А, вот, позади. Стеклянная какая-то херота. Сейчас она откроет. Куда она там полетела-то? С другой стороны, там тоже наверняка была, да? Такая штука. Тоже есть. Угу. Стреляй в нее, чтобы из нее такой дух полетел и куда надо улетел. Теперь, наверное, в центр надо встать сюда. Не, погоди, погоди. Нет? Сейчас. А вот еще в центре. Раз. Все. Полетела еще одна. Осталось последнюю найти. Где она последняя-то? Я... Еще это, секретная дверь. О, здесь. Это хорошо. Секретные двери мы любим. Стрелять надо. Только здесь, смотри, здесь змея свернувшаяся, человек... Человечек и какой-то и ворона на ветке. А все понятно. Угу. Все, давай я тебе буду называть тогда, кого стрелять. Так, ну давай. Ты, ой, ты мне точнее называй как. В каком порядке? Что там такое? Что это за хрень там? Ворона на ветке. Ворона на ветке. Змея. Потом снова ворона. И потом три человека. Ворона, змея, ворона и три человека. Дальше. Человек, человек, человек. Есть. Ворота открыты. Проходим. Что? Я заберу? Да, конечно, забирай. Что тут? Бабло. Бабло. Ладно. Ждает зло. Говоришь, еще что-то надо? Да, нет, так, все. Собрать, да? Ворота открыты, поэтому пойдем смотреть. Ну, тут ничего интересного нет. Скоробеюшка. Так, тут у нас... О, мне тоже, наверное... На... Или ты один? Ага, ты один. Ключ скоробей найти. Да легко, нет проблем. Что у нас тут? О! Господи, полезли всякие черти. Уже полезли. Зомбаревич. А, он в бочке оказался. Хотел, понимаешь ли, меня за задницу схватить, но не вышло. Ха-ха-ха-ха. Мумия, смешно. Я так понимаю, нам надо вернуться теперь. Да. Пойдем смотреть. Так, боекомплект у меня полный. Ну-ка, забери сюда. Вниз тогда надо. Вниз? О. Да. Вон они ходят. Интерьерно. Начинаем истребление. Warrior Within. А. Хороший максимум. Честно, мне вот этот суперудар, который нам тут дают, он как-то не особо, ну, понятен, как он нам помогает. Больше понимаю, что вот мы стреляем, и оно все получается. А вот эти всякие суперудары какие-то странные. Так, тут у нас что? Активировать. Активирую. Тут загадка, по ходу дела. О, это по твоей части, давай. Я пока пойду посмотрю, что здесь есть. Тут, собственно... Ой, золотишко как-то странно забрал. Тут ничего нет. Тут еще один проход, чуть дальше. Ну да.
Ладненько. Держи, теперь твоя очередь забирать. О, благодарюсь. Ой, тут зомби. Грохни его. Ага. Собака серая. Еще один. Хо-хо-хо. Дядя, чисто. Щит ара. Че это такое? Деньги. Тыша. Ну ладно, спасибо. Тыша, хорошо. Пойдем дальше. О, идет, понимаешь ли. Ждет меня. О, да тут надо гранату. Ой, куда-то я мимо. Там что-то закрылось? Нас закрыли, что ли? Нет? Показалось? Нет. Ну, красиво сделали тут. Тут у нас выход. О, ребята стоят. Привет, ребятки. Там еще сверху где-то было, или мне показалось? Кажется. О! Да, он сверху. Ирод негодяйский. Я тут проверю, что тут есть такое. Так, кувшинчики. Ага. Кувшинах. Здесь, похоже, ничего. Похоже, путь назад у нас. А здесь динга была. 35. Ключ я нашел. Ага. Пойдем там посмотрим. Да, конечно. За этот бежит, смотри. О! Мордой в грязь упал. Ну ладно, бывает такое. Так, а там ничего нету, говоришь? Там только деньги были, и все. 35 штук. А, тут подожди, вот эти. Дверь тут секретная. О! Я открою, заберу, что там бежит. Блин, я прошел, не заметил. Книжка. Так, а тут срез же есть, да? Вот тут где-то в конце. Или тут... Ну да, срез есть. Спускаемся, да? Я спускаюсь. Чего? Угу. Иху. Книги хорошо, но дальнейшее прохождение еще лучше. Ой, здрасте. Мумия тут вылезла. Отдохни, ага. Достигнута контрольная точка. Вон они ползут. Прикольно. О, туда гранату надо. Швыраю гранату. О, красиво как полетело, а. Ха-ха-ха. Так, сзади никого нет, если чё. Прикольно, прикольно. Ой, упал откуда-то, бедняга. Не ушибся? Может, и ушибся. Он тебе уже не скажет. Угу. Ё-моё. Опять этот фараон сумасшедший. Огненный дух! Так, будет нам сейчас задницы поджаривать. Надо перезарядиться быстренько. Что, где он там? Кому еще поджарит? Все? Аннулировался? Нет, еще бежит. Так, ну ладно, давай я тоже кину. Ох, фейерверк, блин. Не вставай, не вставай. Что тут есть интересного? Зелье, если патроны. Надо, да. Смотри, тут. Ага. Все, подобрал. Тут никак. Босс будет, нет? Хотя рано еще. Какая-то книжка. Что бы это может быть? Странное и жуткое место. Решил прогуляться накануне вечером, по пути назад наткнулся на стаю из десятков шакалов. Вот это да!
проходили мимо них, как будто приветствуя меня. Что бы это могло означать? Хрен его знает, что могло означать. О, сгорело. Ну давай. Пропускай нас. И все, тут больше ничего не было. Жаль, жаль, жаль. Ну ладно, дерево так быстро не затухает. О, смотри, тут сокровища. Золото, бриллианты. А вон и скорпион. С двух выстрелов окочурился. Перезарядимся. А! Ты ё-моё! Извините. О, она живая? Чёрт! Значит, я не зря это самое испугался. Прям перед дрожью моей выскочила, зараза. А мумия в огне сейчас шарахается. Уже не шарахается, он смотрит. Ага. Будет. За деревом у меня. Так, тут эти ребятки. Чё стоим, кого ждем? Я тут. Опять этот бешеный фараон с факелом. Отдохни. Понятно, понятно. О, тут какая-то подсказка. Треугольник, и тут орел с веревкой на голове. Ну что мы тут ходим? Бродим. Ух ты ж, ё-моё. Мумия. Ладно. Может быть, это какая-то подсказочка и есть, да? Так, ну пока я ничего тут такого не вижу. Орел, значит, с веревкой на голове. А тут у нас что? Тут у нас какая-то дверь секретная. Что бы это могло означать, а? Это символ орла, я вижу. А, вон он. А, жуки! Черт! Жуки эти, как они, которые кислотные. Отвалили нафиг от меня, твари. Взорвись, взорвись. Больше не дерись. Паханцы, блин. Тут еще одно зелье, кстати, есть. Да что такое-то? О, капец! Жуки. Угу. Ну, твари. Шарах и нету. Скорпионы. Так. Готов. Тут наверняка какой-то секретный секрет. Главное, чтобы сверху никакой скорпион на голову не упал. Здесь два сундука, как раз один тебе, другой мне. Давай посмотрим. Угу. Подобрать. О, у меня улучшение какое-то. Излучающий самоцвет Сехмет. Что бы это могло быть? А у тебя что? Книжка. Ну ладно. Так. Селюшка я тогда подберу. Блин, я не ожидал, что там эти кислотные жуки будут. Что такое? Кошка? Подстрелил. Ага, хорошо. Ага. Тут опять загадка. Три скарабея и... я даже не знаю, как это обозвать-то. Так, зря я это сделал. Угу. Ну, человека я нашел, человечка. Вот. Человечек здесь. О, понял тебя. Ему стрелять смысла нет, видишь? Ага. Ну да. Так, значит, нам нужно найти... веревку вот эту орла, сверху, орла, да, и да, 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 орла. Ну, я его тоже нашел. Не такой, как ага. Какой-то странный. Вот тут дверь есть. Контрольная точка. А, понятно. Тут можно пополнить боезапас, открыть сундучок. А ну-ка, что в сундучке? Давай, открывай. Мне винтовку какую-то дали, автоматическая. А, это третья. Ну ладно.
Пусть будет 90 патронов. Тут кристалл. Ну и что я скажу? Я тут пока не вижу никаких символов, какие должны были быть. По крайней мере, вот. Вот тут зелье лежит рядом со мной. А впереди там какие-то кобры. Статуи кобр. Три штуки. И тут везде висят сушеные головы. Блин, прикольно. Тут даже можно пройти. Ох ты, какой-то скелет, что ли? Че это такое? Непонятно. Ну, тут, в принципе, можно и залезть. Так, пополнить запас. Хорошо. Боезапас пополнен. Че, еще можно купить что-то? А ну-ка. То есть он что, бесконечный, что ли? Вот тут огнемет. Слушайте, надо третье оружие, огнемет. Я как раз прикупил. Да я уже винтовку взял. А, ну ладно. И тут еще одно. Ты за деньги тратишь, что покупаешь? Ну, вот так вот. Угу. Так получилось. Ну что, я пока тут ни хрена не вижу. Наверное, сейчас кристалл активируем, и тут все начнется, что должно начаться. А так, кобры-то интересные. Угу. Так, здесь есть дверь, которую откроется, когда нам тут начнут задницу начесывать. Ну, поэтому... Что надо? А там еще что? Ловушка. А просто проход. Все здесь. И что мы тут... Здесь тут секрет, лежит. Может быть... Да, его непонятно. Как непонятно. Ну, ладно. Ну, пойдем тогда к кристаллу, да? Иду, бегу, скачу, лечу. Все, погнали. Живописное озеро. Как бы тут большой змеи не было. Но скелеты меня не пугают. Мы уже в этом... про фашистов-то игра. Там столько скелетов было смешных. Собирается он забавно. Здесь та же самая, видимо, тема. Ага. Зловещие скелеты. Тоже видишь, бронированные. Ага. Скелет воин. Так, кидаю гранату. Да ты чё? Чисто пока. Какие-то они светящиеся. Им, наверное, надо стрелять. А, там сердце у них какое-то. Ух ты, ё-моё, еще взрывается. Сзади. Ага. Ух, ё-моё. Да-да-да-да-да. Надо отойти. Куда зомби тут появились? Черти. Ку-ку. Останавливаемся, да? Да ладно, не... Ядрёный пассатижи. Чуть не убил меня. Ага, сейчас. Вот так вот. Ну и пока что спокойно, да? Только что-то эта штука красным так горит. Может, тут кто остался? Не открывается? Сейчас подойдем поближе. И так она не открывается. Тут, скорее всего, кто-то остался. Вот он один. Один остался, ну. То он еще идут. Ты, ё-моё. Угу.
Заморс. Красиво, красиво. Но сзади пока никого нет. Почему я убиваю сзади? Вон они еще идут, ага. Ох, сколько. Гранату туда! Фига, фига, естественно. А я с этой стороны. Понятно, тут несколько волн. Все, разбилось. Ну и нормально. Возьму я зельеце, которое тут где-то должно лежать. Еще оставалось? Да, тут одно есть. Я одно подбираю. Ну и я тоже одно возьму. Все нормально. Всем спасибо, все свободные, так сказать. Статую со змеей красиво сделали. Детализированно. Ну. Дверь открыта, бегу за тобой. Что тут у нас? А, понятно. Мультик. О, блин. Это хреново. Тут жуки кислотные, которые. А ты разве не тут? Ты же тут, ну. Она прям тут. Хорошо. О. Хрена тут. Рой сыпется прямо с потолка. Да, вон их сколько, смотри. А, вон. Рядом с тобой сыпет. Как в этом, вон чартики. Угу. Птички какие-то. Что? Летающие, блин. Ну да, я тоже сейчас запиндюрю туда. Давай, зелье. Хорошо. Блин, а? Алё, ну хватит уже этих жуков. Есть. Угу. Сзади? А, они куда-то уплывают. Уходят. Собака, хотел прилететь мне прямо на нос. Там какая-то головоломка. Ага. Такая же. Только опять непонятно, что делать. Интересненько. А, во, я вижу. Символ. Только как вот чё, как вот они что означают, непонятно. Да в каком-то правильном порядке по символам стрелять. Подожди, они меняются. Видишь, надо, значит, понять, какие в этой комнате есть символы. Так. И по символам можно на двери стрелять и. Видимо, надо выставить те символы, которые есть в комнате. Просто внимательно комнату смотреть. Давай посмотрим. Это скорее зал. Так, сюда меня не пускают. Хотя я бы мог пройти.
Так, туда вниз лучше не падать, я понял, да? А вот еще, так. Кстати, тут символ, ага. Ага, вижу. Ну еще третий надо найти. А, вот с этим, с орлом. С орлом. И с этими, с весами или что это такое? А, ага, орел, весы. И что там, человек был, да? А, веревка. Ну, все. Круто, да. Круто. Ну пойдем, может быть, в ту комнату разгадаем, тут, что тут, там. Тут два, смотри. Оу, ну и отлично. Каждому хватит. Я книжку как-то. И обычно. У меня книжка тоже. Калавирис. Реликвия. Хочешь ту, которая была до этого? Ну, пойдем посмотрим, ну. Да, надо вернуться тогда. Если мы сможем. Угу. Сейчас проверим. Как он бежит, блин, смешно. Ага. Что, о, кошка. Кошка. Круто. Ну, я видел символ орла, по-моему, там. Еще два символа каких-то находила, а больше я не видел. Угу. А, закрыто, вот зараза, а. Ну, ладно. Забей. Угу. Значит, возвращаемся. Что еще делать? Так, тут я хотел лечить. Все. Самоцвет. Что он делает? Жажда крови. Сетмет поглощает ваше оружие, исцеляя вас с каждым убийством. Ни хрена себе. Ну, спасибо, конечно. Так мелко написано, блин. Им вот улучшить бы шрифт. И было бы вообще отлично. А то приходится вглядываться. Может, и можно где-нибудь? Ну. Ну, а так, в принципе, что, давай заходим. У тебя, кстати, зелье-то есть? А то там лежало. Угу. Что тут внизу? У меня буквально тут одна это. Один раз меня стукнули. Угу. Полный боекомплект. О! Это кошка. Ага. Кись. Тут наверху что интересно. Ой, ё-моё. Понятно. Видишь кошку? Не. А она есть. А, вон она. Наверху, короче. На самом верху. Сейчас. Я вижу. Снимешь ее. Есть контакт. Неплохо они ее запрятали. Так, а тут же пройти можно, да? Нет, с другой стороны, наверное, обойти надо. И там будет как раз то, что будет. Вот, там вот чемодан тоже какой-то. Угу. Ну это обойти надо. А то тут не проходит. Так, тут привидение летает. Не, видимо, это кат-сцена должна быть, наверное. Что-то она тут. О! И на тебя сразу. Бабёнка. Угу. Впереди кристалл синий. И ребята идут. Так, что-то их там слишком много. На-ка. Гранатку вам. Ох, там еще топоры. Нашинковали. Ладно. Бегуны. Прыгуны. Пробежал, зараза, смотри, а. Так, а на чего они тут нажимают, что топоры вылазят? Вон сверху такая. А, большая, понял. Так, тут у нас щипы. Так, тут у нас пополнить боезапас. Надо все смотреть. Угу. Нет. Давай. Видимо, да, угу. Руины храма. Жопу-то попытается надрать. Да. Ну,
Да ладно, что ты орешь-то на нас? Ты посмотри какой, а? Да блин. Чертов скелет, ой. Угу. Там у тебя сзади? Хрен в томате. Бежишь, бежишь, ну давай, беги. Угу. А вот так тебе понравится? Ой, мне не нравится. Огнем он отлично шарашит, но... Ой, тут этот... Бык! Ага! Отойди! Пиздячек получит. Хрена себе, пулеметушка. Оу. Хорошая штука. Мне понравилась такая. Все, что ли? Дабы зелье сохлебнуть. Эка. Фу. Левой стороны держаться. Что? Ага. Там лежит. Вот тут два сундука. Хорошо. Пополнили боезапас. Твой, а я пока это. Угу. Следующий. Топор манту. И улучшал какая-то. Исцеляющий самоцвет. Да, господи, опять. Во-во-во, да. Мы тут как раз и были. Дают зелье подобрать. Ладно, что тут у нас, где тут? Какая-то секретная дверь впереди. И здесь. Угу. Тебе зелье надо? Да. Вот, бери. Угу, благодарю. Жуки. Они сгорят. Ну, давай я тебе буду комбинацию называть, если что. Давай. Человек, какой-то круг и еще человек. Нет, вот комбинация. Какая-то, я не знаю, напасть похоже. Есть там такая? Тут скоробей только. А, ну значит это скоробей, человек с палкой. Ага. Человек такой с ножом, я не знаю. Сидит, да? Сидит, ага. С палкой. Палка. И два сидящих. Два сидящих. Есть контакт, открывается. Тут гнездо скоробеев. Летели. Нахрен. Понятно. Два сундука. Ну, давай я справа возьму. Книжка. Спасибо. Горгерин. Горгерин какой-то. Реликвия. А тут что за хрень? Дробовик. Так, тут 43. У меня на дальнюю. О, это дальнюю пулеметы. Понятно. Ну, пойдем. Пойдем-ка. Там же дальше можно пройти, правильно? Да. Знаешь, это похоже... Угу. Это похоже на заброшенные эти... У инков такая хрень была. У них бородатые такие ребята были. Ну, контрольная точка. Точно. Ух ты ж, ядреный. Понятно. Так, я, наверное, вставлю эту сраку, которая тут у меня, которую дали
А такая уже есть. Типа, две одинаковых нельзя вставлять. Да что ты будешь делать? Так, ну пойдем посмотрим. Так, ну типа я прошел. Тут это тропа препятствий, как у Лары Крофт. Ё-моё. Так, надо посмотреть, с какой очередностью там, там. Ну вот. Жду тебя. Так, топоры тут в непонятной последовательности. А, вон оно как. Вот оно что. Я прошел. Забавно так-то, забавно. Там что-нибудь интересное было? Я ничего не нашел. Ничего. Я ловушку выключил. А. Понятно. Угу. Сундучок. Ясненько. Тут реликвия. Угу. Сандалии. Внутренняя палата. Уаджит. Внутренняя палата. Ну давай я тут заберу внутренние палаты. Что надо забрать? Я вот что-то не заприметил. А деньги, собранные в одной локации, в другую переносятся или нет? Ну, плюс. Ну, да. Угу. Так, тут у нас закрыто. Но тут. Вот оно что. Зарядить турель написано. Тут тема с кристаллами. Турель, говорит, зарядить. Как зарядим? Тут можно пополнить. Ладненько. А, вот тут вот дверь с лицом. И змей. Блин, это хреновая медуза Горгона, реально. Короче, тут нужно направить два луча, получается. Тут опять с кристаллом эта штука, дырюка. Направо налево-то ходил уже? Да, там посмотрел. А что-то он туда не достреливает. То есть все, уперся. А, вон туда надо. Ну я тупой. Вон оно как. А теперь этих надо, вот эту надо повернуть, правильно. Так, ты там осторожнее, если что. Куда тут поворачивать то а вот оно, значит, куда-то сюда надо чпокнуть. А если вот сюда? Нет. А вон туда, извиняюсь. Вот теперь надо в той стороне смотреть. Тут уже нажималки начали работать. А тут закрыто. Может быть, еще где-то одна нажималка есть. Нет? Здесь есть, но она не активна. Так, ворота убрались. Это хорошо. Теперь я управляю кристаллом. Чтобы куда его направить? Хер, ну давай попробуем. Вон там кристалл есть. Видно за колонной. Вот сюда. Готово. Что-то там должно произойти. Надо туда его бежать, ага. Ух ты ж, ё, хорошо.
Я не знаю, что тут делать надо. Тут надо кристалл, ну, повернуть. Повернуть. На кристалл нам надо повернуть. Скорее всего, сюда. Так, ловушка выключилась, это хорошо. Деньга была. Блин, пока тут разберешься, что куда, да? Работает все? О, пойдем. Мы молодцы. Файнали, конечно, файнали. Так, тут где-то кошка мявкает. Сто пудов наверху. Я ее пока не вижу. Я не слышу. А я зашел, услышал. Запрятали гады. Ну, кстати, ее интересно искать. Тут уже кошачья дверь. Ага. У нас еще две кошки не найдены, так что. Так, тут что-то купить можно за 500. Где-то мы просохатели, похоже. Кошака. Угу. Ну, я не вижу. Кис. Не видно. Они, знаешь, как-то сами собой увидеваются. Увидеваются, блин, значит, сказал. Это она не наверху, а внизу, наоборот. Ну, хотя одна кошка нам все равно уже не поможет. Да, да, точно. А если мы обратно пройдем, то она это самое. Она нас не пустит. Не пустят, ну. Давай. Хрен нам на... Ну, давай. Сфера, понятно. Ребятки поперли. Привет. Тут этот огненный фараон. Ну, я его так называю просто. Чё, ты попасть не можешь, да? Балда. Так, чё-то их тут слишком много. Отойди нафиг. Убегай. Ё-моё. Так, лучше их сверху долбать. Ой, тут... Куда ты лезешь? Да я же стреляю вообще-то. О-о-о. Сейчас меня могут слить. Так, где автомат? В расход тебя пускаю. Кровочкой постреляю, понял. Ага. Есть контакт? Так. Ушел. О, тут зелье, я его заберу себе, ладно. Спасибо. Душ открылся. Блин, не успел. Покопил зелье, а оно открылось. Черт побери. Фараон, отдыхай. Шкурагон. Че теперь? Они так и будут бегать, да? Те дурачки. Ё-моё! Аж шел нафиг отсюда. Взорвался, да? Нет? Не взорвался. Да, я тоже так умею прыгать.
Так, враги тут у меня, если чё. Гранатка моя замечательная. Ха! Аж в стенку его, понимаешь ли, впечатала. Алло, почему не с первого раза? Ты же слабый вроде. Силушку богатырскую. Лоп. Угу, я тебе прыгну. Что там, где там? Рыцарь со щитом. Хрена ры... Ой, и тут уже. Ну, давай мы тебя вот так вот сделаем. Нравится тебе? О, понравилось, вообще классно. Открылось. Готово. Блин, из третьего этого самого оружия очень круто стрелять. Прям очень много отнимает. Так, мне еще один плевок, и меня можно выносить. Хотя тут по чуть-чуть же. Да я уже взял одно. Ха-ха. Прикольно так, как будто это самое. Под водой нахожусь. Такие приглушенные звуки. Немножко жизнь восстанавливается. Прям вообще чуть-чуть. У тебя же вампиризм там стоит. Ну, типа какое-то лечение должно быть. Ну, не знаю. Я не заметил, чтобы оно что-то делало. Угу. А, вот же зелье. Вот я вижу зелье. Забирай. Применяй. Кентавр. О-о, у меня боезапас заканчивается, я пойду быстренько пополню то, что нужно пополнить. Все, пополнил. Кентавр, говоришь? Бляха-муха. Вот так и восполняешь жизни, блин. Меня убили. Черт, и меня тоже! Фаербол прям в меня прилетел. А, у меня зелье было. Ага. Сейчас, погоди. Угу. Тут осторожнее. Тут эти дурочки огненные, блин. Где там тебя подобрать-то? А вот и хрен знает. Я-то себя не вижу, я только тебя вижу. Уа! Блять. Да, тут странная какая-то анимация. Ага. Понеслась. Да ё-моё, как так-то? Подлецы, негодяи. Открылась? Закрылась. Да. Все понимаем.
Блин, опять этот шаромыга тут. Ой, тут два шаромиги. Три шаромыги. Дофига вообще. Хорошая очередь из автомата. Кого хочешь? Ага. Готов, да? Угу. Уебать! Я ж в тебя стреляю, парень. Зелья почему-то... Нету зелья. Там же было где-то. Да я уже взял, почему-то оно там заново не появилось. Нахрен. Так, третьего оружия у меня нет. Купи там, если хочешь. Я уже можно сколько хочешь. Ага. Получится у нас кошку открыть. Пошли на всех кошек. О, так это круто. Потом закончим с этим. Угу. Там и главное дожить до того момента, когда мы ее откроем. Ой. Стреляем. Нифига себе, да? Два фаербола что и... там с тобой? Блин. Меня второй раз опять же убили. Я снова возле лестницы в саркофаге. Там осторожнее ребята ходят. Не помри! Разберись с этими упырями, ага. Ой, их там много. Отведи лучше в другое место. Тут же этого времени-то нету, ну, за какое тебе нужно спасти меня. Я, наверное, себе вот такую же штуку поставлю, как у тебя, которая таким огнем шарашит. Или... А у тебя такая есть? Как она? Телекинез я поставил, чтобы притягивать врага и швырять его. Зачем? Ну, для интереса посмотреть, как она себя ведет. Ну, что-то она как-то не очень. О, сейчас. Да когда они закончатся? Угу. Там осторожнее справа идет. Все, бежим, да, спасибо. Я сам почти дохлый. Угу. А вот и зелье. Опять вот этот огнедышащий хренозавр. Да блин, как? Чего-то он его не берет только. Что такое? Вот зелье. Мертвяки с зельем ходят. А, вон оно как, прикольно. Металла. Ага, так, пью. Есть контакт. Ой, бык. А вот так тебе гранату. Нравится? Кажется, не особо ему понравилось. Так, уехал. Открывается. А, блин, тут эти огнедышащие хероборы. Так, готово.
пошли к этим, кстати. А тут еще один остался, кошка. Подожди. Подлюка серая. Фу. Так, активировать, ага, пойдем к кошкам. Одной кошки-то нет. Она там стоит как раз. А, вон он что. Так, я ее туда снимаю. Ага, ладно. Уху-ху. Так. Кошка. Прикольно. Мяу-мяу. Молодец, что нашел одну. Дай бог тебе здоровья. Как обычно говорят. Чё ж не найти? Ну, активировать что-то надо. И чего? А, амулет заряжен. И все, что ли? Раскройте секрет храма. Мы раскрыли. Тема сейчас. Блин, в самом конце сдохли, а? Ну не обидно ли? Конечно, обидно. Ну, а то и задумка. Руины в скрытой долине. Мы только и делаем, что путешествуем по давно забытым руинам в долинах. Ковбой идет как-то странно. Узнайте секреты каменной церкви. Ну так-то мы неплохо, да? Приземлились, блин. Как они еще нашли эту хрень. Ну, такое. Врата паломников. Красиво, так-то красиво. Тут у нас чего? Подобрать? Слава ждет. Эврика! Угу. Куриц. Ага. Водопад красивый. Кошка. Что-то я не слышал, как она мяукала. Молодец, что увидел. Ну да. И там что-то светится. А вот так вот сделаю я. Вжик! Пазл, ну давай, активируем. Осталось найти, где посмотреть эту хрень. Откройте древние ворота. Жмурки. Ага. Жмурки. Понятно. Ну тут я ничего такого не вижу. Наверное, где-нибудь там в самом конце, блин, спрятаны. Понавешали тут всяких голов. Ага. И тут тоже, ребята, что вы меня не видите? Как так? Понимаешь ли, стою тут, смотрю на них. Ну, тут крутилка. Дай-ка я взаимодействую. Ого! Хрена себе, покрутил дверь. Что-то я зря, наверное, это сделал. Демоны в доспехах. Блин, они больше на гномов похожи. Их только из этого. Из дробовика. Вот, то есть. Ой, они стреляют, это кидают в нас. Уже срань, а? Только подойдите. Взрыв! Ха-ха-ха-ха! Лопухи! А вот у меня тоже есть для тебя. Припасено. Я что сверху снимаю. Я-то не могу, я-то не могу по ним стрелять. Точно. А! Вот хренозавры, а? Защиты свои прячутся.
Буду тебя защищать. Опа, открылся. А, я не попал. Их надо... Надо сделать так, чтобы они были снизу. Тогда их можно по голове стрельнуть, и все. Им ха-ха-ха-ха на... А, ты и так разобрался с ними? Ой, отойди! Отойди! Оба, да? Какой-то зависон был. Так, это кто там говорит? Призрак, что ли? О, вон там кошку вижу. А, это кристалл, скорее всего. Кошка, кристалл, блин. Почти одно и то же. Так, упасть-то я не могу. А в колокол, если выстрелить, ну-ка. Вообще не бренькает нифига. Очень прискорбно. О, здесь можно ломать эти чугунки кувырком, как в Dark Souls. Прикинь, только сейчас дошло. Офигеть. Какая-нибудь дырка. А вот здесь как... Вот здесь есть дверь, но я не знаю, сможешь ли ты ее открыть. Попробуем. Я комбинацию нашел просто. О, дырка. Это хорошо. А! Действительно. А какая-то тебе хрень тебе потом. Назвать, или ты меня назови тогда. Давай, будешь... А, ну, ты короче... Так, сначала идет такая вертикальная палка, и потом две горизонтальные. Потом кружочек такой. Ну, мне так отсюда видно. Кружочек. Еще раз кружочек. Потом в виде ананаса такая штука. Внизу круглая, а вверху... Ага. Потом снова вертикальная палка, две горизонтальные. И кружочек опять. Все. Спасибо. Ой, гранату кинул случайно. Реликт. Ну, отлично. Хека и плеть фараонов. Ну, замечательно. Молодец, что заприметил. Хорошо видно. Я так подумал, что должна же она где-то быть. Угу. А разработчики вообще отлично сделали, что прячут всякие такие штуки. Вот эта вот дверь меня беспокоит. Вот тут вот. Там же что-то есть, или это просто как атрибуты. Вот здесь вот, где я стою. Ну. И похоже. Ладно, пойдем туда. Понятно. Пойдем, ну. Давай что-то здесь висит. Если оно висит, значит оно должно упасть. Зомби? Зомби, точно. Возле колодца появились. Блин, промазал. Ух ты ж, ё-моё. А что я? Я прям в тебя ж стреляю. Как так-то? Всё за несправедливость. О, силушка! Зря это сделал, блин. Чё, подобрать? Ну, наконец-то. О, тут какой-то секрет. Конечно, написано. Как я раньше этого не заметил. Ты это читал? Все это время... А... Ну, ты старый болван, Харбиф. Понятно. Так, а что у нас тут? Третье оружие, наверное. А у меня автомат Томпсона. Вниз. Заглянуть. Угу. Лючок. Сундучок. Ладно, я секрет. О, это по твоей этой части. Ага. С
сундук, бабки. 500 дали. Что там внутри? Дальше. Пойдем, да. Вот тут наверх можно подняться. Ну, вообще так, шикарненько сделали. Кристалл. Контрольная точка. Так, тут вниз можно. А здесь... Активируем? Хочу эти посмотреть. Угу. Тут двери. Так, если мы сейчас активируем, копья уйдут. И что там? Если мы тут вниз, такое ощущение, что мы отсюда пришли. Ну ладно. Видимо, мне кажется. Пойду посмотрю быстренько, что там есть. Так, тут еще спуск. Тут загадка для тебя со змеей, которую составлять надо. Открыл, чтобы ты сразу пришел, и вот это вот. Уже тоже где-то дверь. А, нет, нет. Ой. Угу. Ты тут и сам мог решить. Да ладно. Не сложно. Реликт. Сундук. Песот дали, да? Песот. К кристаллу пойдем активировать его. Хорошо. Найдите способ пробраться в гору. Что это, блин, за хрень? А, понятно. Одна есть. То есть еще две надо чпокнуть. Монетки. А это шо? Понятно. Красиво, красиво. Ну, мы так высоко забрались. Прям офигеть высоко. Лучше посмотрим, может, что-нибудь это, подстрелить можно. Угу. Ничего не вижу. А, о. Видишь, проход открыл. Ага. Ну, тут с винтовки надо посмотреть вот туда вот. Что там что-нибудь откроется. Так мы же отсюда пришли. На нас же там эти ребята со щитами нападали. Это же самое начало почти. Нужно вернуться обратно. Там же наверняка уже дверь открыта. Ну, пойдем. Да, она открыта. Это ловушка. О, механизм. Не работает. А, это они отсюда по нам шарашили. Те кидались, которые... Так, тут топоры. Где топоры, там наверняка что-нибудь интересное есть. Тут деньга.
Половинку возьму, половинку тебе. Ух ты, что такое? Что сломалось-то? Че он упал, блин? Наверх тут что тут забраться? Ух ты ж, блин! Откуда ж я знал-то? Напороли меня, собаки. Идёт пропустить. Угу. Пока непонятно, как его открыть. Деньга. 15, спасибо. Великое каменное плато. О, тут давай два зелья как раз. Нам, видишь, давай, давай вернемся. Ну. Интересно. Просто интересно посмотреть. Угу, пойдем. Ну, я один могу сбить. Да блин! Нет, я тоже хочу посмотреть. Если уйдем, я боюсь, что нас опять просто не пустят. Угу. Все правильно, как нужно посмотреть. Как мы туда проходили-то? Уже забыл. Надо, наверное, вернуться. Все. Направо, ага. Ну, ах ты ж. Видишь, чем фишка? Черт побери. Этот был. Кот? Может, и кот, и... Скорее всего, это реликвия. Видишь, чтобы купить новые эти, новые амулеты, надо собрать все реликвии на уровне. Видишь, мы постоянно не можем с тобой собрать полностью. Потом по 4, по 3 собираем. Ладно, что забей. Да. Пойдем, поди. Угу. Реликвий. О, там какое-то открытое плато. Видимо, битва с боссом. Да, вон там какой-то статуя Анубиса. Хренубиса. Ну, такое, проходим. Опять тут состязание. Тут еще зелье. Ловушка. Угу. Что ж ты, блин? Ну, тут заруба будет. Угу. Ладно, хоть понятно, где бегать. Наверху, конечно, интереснее. Шок к кристаллу? Угу. Поехали. Где они ржут? А, вон они. Что, я пока никого не вижу. А, вон они. Ты посмотри, а. Чёртова мумия. Ох, ни хрена их там. Сзади, сзади, сзади их много. Не так уж и много. Там сверху стоят. Прикидатели. Ну, меня сейчас. Ага. Я сзади прикрою. Готов, комик, копий кидатель. Угу.
Да что такое? Бык, что ли, появляется? Что это за хрень? Убийца. Я смотрю, кто это такой? Шаман типа того, да? Похож на шамана. Ух! Он исчезает. Ага. А ну-ка лови. Так, что-то их тут много. Разлетелся. Готово. Не-не-не-не-не-не-не. Так не пойдет. Своих хреномагий, блин. А где я не вижу? А, вижу. Огонечко. Там сзади, смотри, осторожно. Блин, забыл себе поставить это умение, которое у тебя. Прыжок, толпу врагов, я не такой. Не такой, не. И спокойно стало. Ну этот маг не очень такой, не очень крутой. У меня даже патроны не закончились. Купим себе третье оружие. Там вот внизу ребятки ходят. Активизировались. Ты уже дальше прошел, да? Так, главный босс, каменный страж. Ну это мы поняли, что это каменный. Ха, отлетел, подлюка серая. Что-то и не убивается даже. Да его раскусить как-то надо. Угу. Ух, блин, задел, зараза. Так, зелье. Вот хрен, а? Каменный. Что, у него на спине ничего? Не, ничего нет на спине. А ты его заморозил? Не знаю, нет, это не я. Ну вот он что-то встал, такой парень. Да блин, я же ушел. Может, в кристаллы какие-нибудь стрелять надо? Да я пока сам не знаю тоже. Вот, есть у него посередине там есть. Ага. Товарищ по команде ранен. Воу-воу-воу. Да. Так, я бегу. Я вижу, где ты, вижу, как раз могу спасти. Давай. Так, спасаем. Все. На выход. Ух, блин.
опять меня убили. Да что ты, меня тоже убили. Два трупа валяются, такие прикольно. На зелье выпил. А у тебя нет зелья? Нет. Да, блин, лучом меня убил, прикинь. Что такое-то? Осторожненько, осторожно. Ну, не, у тебя есть шанс. Там осторожно, сразу уходи, ага. Теперь меня лучом. Выходим. Надо отсюда выбираться, а то что-то нас тут зажали нафиг. Отвалили все. Так, я выбрался. Что ж такое-то, а? Иди за лучом. Угу. Соси-ка вот это. Луч? Или что это? Что за хрень какая-то? Это вон наверху. Ой, уже серьезные ребята пошли. Эй, вот это-то. Ну, с мечами этими. Долгие. Скажем. Опять меня лучше убил. Так, а где показывает? Вот тут показывается. Так, я могу успеть. Сейчас бегу. Открываю. Угу. Да, блин! Ё-моё. Где? Меня опять убил. Лучом. Позови меня, а то я не вижу. Не вижу, где ты сидишь. А? Нажимаю на пробел. Видишь, да? Нет, не вижу. Нажимаю на пробел. Здесь? Да, да, да. Осторожнее, там ребята идут. Ловушечка. Активировали. О, прям всех покосило. Прикольно. Почти все. Да что ты, блин? Он опять меня лучом шарашит. Это ты... за лучом следи. Угу. Я лучше спрячусь. Так, мне надо пополнить срочно боезапас. Угу. Готов, да? Ну попил он нам крошки. Ой, сфера появилась. Стрелять в нее надо, нет? Наверное, все. А, активировать надо. Гамовер.
Ну так, интересно получилось. Удаленная горная деревня? Ага. Сейчас секунды. Угу. Мышку переключу. Без проблем. Доберитесь к храму. Угу. Голова какая-то большая. Так красиво. Мы как будто в Чили. Горы, горы. Дай-ка тут посмотрю. Ну да. Ничего интересного пока что. Факелы сами загораются, а? Как такое может быть? Мистика. Угу. Мистика. Странное молчание. Так. Тут какая-то поднималка. Он туда заберется? Заберется. И что тут есть? Тут дом. В доме что такое? Ха-ха-ха. Да и все. Заборчик. Больше ничего. На крыше никаких секретов нет. Тут он сундук висит. А в сундуке чего? Бабульки. Трампампульки. 1000. Не слабо. Угу. Кошка. Ага, молодец. Кися, кися, кися. Найдите способ открыть запечатанные ворота. Что такое было? Пополнить боезапас. А давай. Спасибо. А где они тут? Смеются над нами. Вот тут рычаг. Я поверну-ка, что будет. На нем нарисована вода. Три воды. Ага, полетело. Тут тоже сундук. Тоже дом. В доме тоже сундук. Вот из-под земли полезли. Угу. Ну, тут так-то ничего и такого интересного-то и нет. Сейчас на второй этаж смотаюсь. Так, на первом тут ничего. В HP ничего. А, еще одна коробка. Вот. А я типа наверху. Ну, ладно. Что это такое? Арбуз лежит. О, круто. Тут зелье я нашел. Заберем, спрыгиваем. Найти ключ. Рычаг нашел. Хорошо. Рычажок. О. Так, опять эти
подлюки. Че он там застрял, блин, в воротах, парень? Ой, извините. Кись, 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 кись. Ну я не вижу. Вон там вот как раз эти на секрет-то 6 штук. Бык, какая-то лягушка, вода, камень, опять бык. А вот он. Да, это кролик точно. Так, бык, кролик, вода, камень, бык. А потом что? Ни хрена не вижу там. Эй, не хулигань. Бык, заяц. Давай, бык, заяц. Заяц, вода, камень. Бык. Не могу разглядеть. Снова бык. И вода, камень. Вода, камень, первый. Угу. Рыба, да, извините. Сундуки, картуш, книжечка, легенда, коронация ведьмы-царицы. Короче, это самая последняя бомжиха будет, которую нам нужно грохнуть. Видимо. Ну все, ключ у нас есть. Ага, пойдем. Что-то тут монстры ходят. Странненько. Только пришел, они уже тут. Монстры себе позволяют. Угу. Нахер гранату сразу. Ха-ха-ха. Красиво. Слушайте, чё? Ой, огненный. Готов. Огненный. Готов. Блин, всех убили, и граната зарядилась. Ха. Так, контрольная точка. Кочка. Жду тебя возле кристалла. Всякие эти. Пособирать можно всякие. Собирай. Ну так-то интересно тут. Убежали! Открывай! Идет сохранение. Мост через неспокойные воды. Угу. А посмотрим, что тут. Доберитесь к храму на горе. Ну и что тут? Просто дом. Не работает.
Так, там у нас сундук. Че, монстры где-то идут? Я никого не вижу. Тут какие-то эти... Охламоны. Коробки и ящики. Ящиков эти лезут. А, вижу, вижу. Ну-ну. Так, ну тогда сделаем вот так вот. Красиво. Заходим. И смотрим, что тут у нас есть. Домик. Да и все. А, вот сундук с деньгами на 500 монеточек. Спасибо. Ай. На второй этаж поднимусь, посмотрю, что тут. Здрасте. Из туалета зомби вылез. Точнее, это коробка, ну ладно. Будем считать, что туалет. Так, за 500 мне что дали? Мне дали третье оружие. Автомат! А, тут можно было по лестнице? А, тут, в принципе, да. Ну, такое. Томпсон, рикошет какой-то. Рычажок, наверное, надо найти. Возможно. Я нашел. Хорошо. О, заруба будет. Опять этот шаман. Бомбардир. Ой, такого не было, кстати, еще. Мне показалось, что... Мерзкий гренадер! Ух ты ж, блин! Прям сразу... Я только вышел, и он тут... Подлец. Так, подходим, ребята, подходим. Там бочка как... Вау! Хрена их тут. Прям здесь будет. Блин, я в бочку стреляю. Не надо, не надо этого рукоприкладства. Так, я к тебе отхожу потихонечку. Бегуны. Надо добавить. У меня граната еще не зарядилась. Черки поганые. Опять эти скелеты с сердцами. Да ладно. Так, граната зарядилась, кидаю. Красиво его в стенку впечатала. Неплохо. Ага. Там что, минотавр ревет? Точно. Бежит под люка. А он охренел. Нахрен его. Все, слили. Все? Успокоилась как? Хорошо. Когда пальцы обосвали? Ну. Мяу? Я не вижу. О, тут какой-то проход. У, тут вода. Так, взаимодействуем. А, опять эта херня полетела. На открытие. А тут, кстати, дверь. А, может, это по твоей части? Дверь, я просто не знаю. Видимо, нет. Кошку я вижу. Нет, это не кошка. Сейчас вернусь. Угу.
Тут обычные бочки. Земля тебе надо? Ну да. Нет, если у тебя нету, то забирай. Это у меня есть зелье. Хорошо. Просто вот здесь лежит. Угу. Ладненько, сейчас приду. Там я уже наверх навострился. Ну, ага, значит, это по твоей части было, да, открытие? Нет. Просто надо было выстрелить. Не нашел? Не. Надо найти, да? Может, она... А, вон она, внизу, в воде. Где водопад? Река. Все, готово. Думаю, где нам мявкает собака? Кошка-собака. Да. Угу. Сундучелло. Зелье. Давай сундук открою, посмотрим. Книжка. Легенда Ситеки. Правление Ситеки. Так, тебе зелье не надо, да? Значит, я выпью, а это заберу. Я почти помню. Угу, хорошо. Ну шо, вниз только остается и все. Раз тут все закрыто. О-о-о, начинается, блин. Ну давай тогда. Гранату вам, поганцы. Пинком ее хотел, ну ладно. Тут секрет. Секретная дверь. Опять, опять с треугольником этим. Где мы можем найти этих ребят? Это надо символы найти, надо смотреть. Ну. Вот здесь есть веревка. Вот здесь есть веревка. Есть. Птица, веревка. Угу. И надо еще один угадать. Третий. А, все, вижу третий. Угу. Даже не знаю, чем это. Типа горшка какого-то. А тут такого нет. Меняем, делаем. Вот такой. Угу. Рыль такой. Ну, значит, такой. О, гораздо проще, чем могло показаться. Главное понять, ну, что нас хотят. Ни хренашеньки, может, на втором этаже. Угу. Так, что-то тут светится, какая-то срань. Да? А, это как раз открывалка, да? К этой двери. Вот она что. Видимо... Что открылось? Ничего не открылось. А, вон там еще за кувшинами, ага, ну ты заметил. Как медленно летит. О, статуя и силы. Сколько дадут на барахолке, да? Много. Да. Джамбл. Он про кого-то говорит большого. А кто такой большой может быть? Оба-на, это кто-то кричит. Тут скелеты уже пошли. Юлей получится.
Ой, у меня их много. Они тут на это, на кладбище. А, ты уже тут, ага. Готово. Угу, ни хрена. Только дырка тут, вон, в проход. Стоишь, да? Ну стой. Как я в него мог не попасть? Это прям кощунство какое-то. Что за дом там? Дом-то, наверное, тоже как-то можно попасть. Так, тут еще одна реликвия, а ну-ка давай. Погребальная урна. У меня где-то кот, я вижу кота. Угу. Ой, что за хрень? Огненные ребята. Да что ты? Так, я выйду отсюда нахрен. То меня тут зажарят. Тут жуки, тут жуки. Блин, а у меня эти... Мне кажется, мы зря разделились. Так, сейчас, подожди. Должен успеть. Выходи! Что было? Эти зажарят меня, ребята. Там их двое или трое были. Пойдем жуков прервем, а то они так... Пойдем, пойдем. Ох ты ж, блин! Что за взрыв такой? Вы стали жертвой... Так. Под кожу роя скарабеев. И вот тут у меня отсчет идет. 22-21, прикинь. Если скарабей убивает, по ходу дела, на время тут все. Это опасненько. Можно смотреть, что там. Из этих чертовых цветочков не заметил. Скарабея хренового. Дом, что? Назойливый полицейский. Рычаг, двигай. Дом открылся. Да, точно, дом открылся. Бабульки. Золото. Что ты там говоришь, смотрел, обыскивал? Обыскивал эту гробницу, я так ее и не дообыскивал. Пойдем посмотрим хоть чуть. Подожди, здесь же тоже куда-то можно пройти. Что-то... А, понятно, тут продолжение. Угу. Давай вот бегу. Вот здесь посмотрим. Угу. Тут вот скелеты появились из вот этих вот двух саркофагов, этих огненные ребята. Походу дела и все. Ну и здесь я реликвию нашел, да, видимо, все. Видимо, да. А там мы смотрели. А, да. Да? Там все. Ага, ограничено. Ладно, бегу. Тебе зелье-то надо? Да, да, лучше взять. Да, спасибо. То эти заразы меня почикали. Открываем. Ворота открылись. Пойдем. Кстати, вот эта игрушка, она полегче, чем про зомби-нацистов-то. Ну, как мне кажется, полегче. Как сказать? Ворота храма. Так, открыть надо. Зомби тоже как бы не особо-то сложнее будет. Угу. Сейчас надо побегать, посмотреть, что тут вокруг будет. Торопиться не надо было. Ну, там. Здесь секрет. Тремя этими животными. Только где их увидеть еще надо. Но мне отсюда не видно. Подойти? Нет, просто тут надо найти, как в какой последовательности их стрелять. Я-то не вижу. О, сундук, блин. За телегой сундук лежал. 500 монеток. Ну, спасибо. Короче, я пока не вижу.
Пойду на второй этаж, может быть, там что-нибудь есть. А, тут какой-то глаз нарисован. Есть чашка. Так, а если я выстрелю? Ничего. На этом доме глаз нарисован. Большой такой глаз, как это, нажимная пластина. Чашка нарисована. Угу. Здесь зелье, если вдруг надо. Я внутрь дома зашел. Это у меня, что ли? Точно. Ребятки, вы зря сюда пришли. Блин, попасть не мог. Мазила! Открыть сундук. Что в нем? За 500 монеток мне дали третье оружие. Винтовочка. Ой, это крутая винтовочка. Очень крутая. Ну и хрен ли. Ёперный театр! Так, валим отсюда. Тут, короче, засада была в доме. Собаки серые, а? Только я хотел тут что-то посмотреть, как оно вот это вот началось. Так, и дверь эта открылась. Ну ладно, хоть так. Так. А на глаз не ступить. А тут последовательность написана. Сначала такой квадратик. А, вон он как. Оба-на, это что за хрен? А, опять этот огненный. Блин, дух-разбойник. На паркурщика смотри. Ой, он еще и кидается этой хренью. Где этот козел? Заберись! А, вижу, где ты, козел. Нравится тебе тогда? Падаль. Так, смотрю, у тебя там что-то проблема, да? С врагами. У меня было написано, что ты окружен врагами. Враги окружены. Спокойно. Взорвалось. Ой, мимо. Ну, спасибо, кто бы ты ни был. Ты его грохнул, да? Все? Я пока заполошено. А, нет, ни хрена. Откуда он шарашит? А, вон он стоит. Все, вырубился. Ладненько. Можем проходить или чего? Не знаю, что еще. А, вот тут огонек летит и куда? Блин, только с одной стороны открыли, уроды. Не могли все открыть. Ура! Граната. Мы с тобой думаем одинаково, да? О, боже мой. Повторить. О, огненный хрен бежит. Эти-то не страшные. Блин, как ты тут оказался, а? Си... У-ху-ху-ху-ху. Шазам, блин. Угу. Зелье. Кристалл. Ну и типа тут оружие можно поменять, все дела. Что-то куда-то наверх можно зайти. Сундук. Да, я не боюсь.
Это у нас улучшалка. Ледяной самоцвет Куйбей. Куйбей. Ну что я скажу, все в порядке? Нажимаем на кристалл. Дверь открывается. И мы в шоколаде, по ходу дела, да? Вот это рожа. Ну да. 3D-модель, кстати, прикольно сделана. Я вот сейчас ее вблизи рассматриваю. Очень даже такое... Кого? Своего персонажа. У меня написано «Ворга заблудился». Нет. Ну, у меня тут написано было, что ты заблудился. Ну что, идешь к кристаллу? Ну, я просто посмотреть. Хорошо. В чем? Нахрен, путь открыт. Покиньте деревню, да мы что и делаем? Кис-кис-кис-кис, где ты? Одновременно увидели. Блин, это круто. Мазафакеры. Ух! Шваркнулась. Ой, это гранаты. А, я и забыл, этот чувак же по нам шарашит. Почему далеких ты не бьешь? А не вижу их, потому что. У меня они почему-то с местностью сливаются. Может, это настройки монитора? Блин, супер не зарядился. Да я им, в принципе, и не пользуюсь. Кто там такой? Бегуны? А, это огненный хрен. До свидания. Ух ты ж, ёлки-палки. Серьезно тут у них. Монстры, где вы? Не кричи, не надо. Так, ладно, выпьем. Контрольная точечка доступна, это хорошо. О, вот это вот следы. Это парень большой. Ну, не очень. Я ничего не буду делать. Пойдем. Свечи кто-то тут каждый раз зажигает, да? Мрмяу! Лапки. Заходим! Ура! Кошка, круто. Фить-фить-фить-фить. Зелюшка я заберу, спасибо. Ой, ё-моё. Я только разогнался, а ты уже его шлепнул. Так, двор чемпионов. Чувствую, тут сейчас нам эти чемпионы жопу намылят. О, тут еще одно зелье. Ну, короче, ладно, тут уже будет заруба. Чемпионы. Ну, какой-то молот интересный. Кому-то он по размерчику, кажется, подходит. Ну что же, давай к кристаллу. Смотрим мультик. А теперь попробуйте сразить избранного защитника Ситеки. О-о-о. Походу у них тут одни защитники Минотавры. Что-то она ему слишком большая. С его рост.
Ну ты оборзел вообще. Еще это своей штукой будет нас шмалять. Ну давай посмотрим. Великий зэ. У них там, кажется, целая семейка этим делом промышляет. Блин, я не могу попасть. Так, спокуха. Ой, ё-моё! Попал. И чё будет? А, во! Бежим! А, блин, уже нет. Уже не бежим. А чё пропал огонёк? Может, он теперь в другой стороне, да? Там эти хренозавры бегут. Огненные. Или не огненные. Какая-то сфера полетелась. Да что происходит-то? Во, на жопе сейчас. Ага. Я тут больше по этим, по шестеркам его. У! Слился, шестерка. Осторожненько. Так, шестерок пока я не вижу. А вон они идут. На голове теперь. Ой, сверху. Ага. Попал по мне, ладно. Блин, взрывные еще эти хрень кидают. Сверху ты это убей, блин. А я его не вижу, а откуда он шарашит? Стреляет. Блин, патронов нет. Так, где тут можно под... О! Не видишь его? Ладно, сам подходи. Сейчас, подожди. Попробую что-нибудь сделать, но не обещаю. Вижу, спасаю. Ой, волна летит. Блин. Так это летят как раз эти. Которые сверху видели. Ты видишь, откуда стреляют? Не, не вижу. Господи, ну посмотри просто наверх, отвлекись от этих чуваков. Теперь вижу. А он телепортируется. Так я вот по нему попадаю даже. Это же разгром большой. В основном он-то нас убивал всегда. Ну, кажется, я его снял. Еще двое. Да что видел, ты будешь делать? Получил. Конечно, получил. Все взаимосвязано, говорю, что надо не сливать просто.
готов. Ну, блин, долго. Ну да, круто. На своем пузыре полетели. Ну что ли?